Короче, порядок, чистота и спокойствие. Так. Так, 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 так. Какое число-то? 17 июня, да? Блин, про завтра узнать. Йоги. Алло? Николай Алексеевич. Привет. Да, здорово, живем. Удобно? Прям минутка, смотри, Николай Алексеевич, что скажи завтра про йогу? По йогам завтра как? Смотри, у меня там Тимур, рассказ будет. Так. И ребята, ну, там, Максим Краснов. Так. Хочет вроде тоже приехать там. А что там, турники будут или что? Там пока есть, да, на площадке. Там, не знаю, насколько она движуха там очень не будет. Вот. А лишь там не будет организовывать. Вот. Так что... Да это я посмотрю, у меня и сегодня подруги ездили вот на Фокс Звезды, и завтра будут, потому что у меня просто сегодня в ночь мероприятие было, день рождения там, и ведущим был. И завтра тоже, да, поэтому если... Да поделают, и слава богу поделают, и я там, глядишь, подтянусь, может, посмотрю. Ну хорошо, Асхат приехал, он специально для этого приехал, с откуда он там родом? Он с Красного Бода, он решил сказать, сначала еще остаться, отдохнуть, угу. И, наверное, уже завтра отправиться обратно домой. Все, понял. Что у тебя сегодня, как вообще, общее мероприятие, оценка какая? Как ты сам думаешь? А мне, кстати, я до звонка с Денисом, еще с Серегой виделся, все, маты занесли, все, я маты это занес, все, парни привезли. Мне этот... Да нет, просто видно, кто-то в обуви, как будто бы. В обуви что, баню топтали, что ли? Некоторые прямо следы такие, ошлепки так, следов. Но я там протер, в принципе, так незаметно, чтобы просто Алексей Геннадьевич не ругался, зачем... подставы. Мне там просто подруженцы сказали, что-то какой-то кикос скандальный, да, возникал вот здесь сегодня. Там женщина какая-то, девушка какая-то. Вот. А это Денис сдвинул или, может быть, сама выступающая сдвинулась? Нет, нет, нет. Угу. Вот. И... Хотя там и глаголки тоже, знаешь, там, только... Ну, изначально было оговорено, знаешь, сказал, что детство будет относиться лояльно. Ну да, да. Ну а эти видеосъемку снимали, что там посмотреть по результатам, ну и еще.
А зачем вот это нововведение про доску вот эту, для чего это сделали? Просто попробовать? Нет, значит, надо было вначале, чтобы старший судья или кто там делает, ложится, начинает отжимания делать, показывает, как все это происходит. Ну, это первые пробы. Ну, то есть ты прям 100% знаешь, что это Денис подвинул доску под живот ей? Не, ну посмотрим, я у него спрошу, если какие-то моменты, если это он подвинул, сделал, надо понять, почему он это сделал, по какой причине. А цифры там в отжимании какие? Большие были цифры, вот сам факт количества? На 4 отжимания разница, что ли, да, или что там? А частота исполнения балаковской вот этих вот участниц, она лучше была вот, по качеству исполнения, чем с Хвалынской? Хвалынская лучше. Ну здесь тогда видишь, что это. Да, там ну, это поправимое. Получается, вот этот момент только с этой женщиной, с девушкой, да, с этой произошел, с девчонкой, вернее. А по общее количество людей, как скажешь, что, нормально ли? Мало? Да, разъехали. Участников. Да. Да. Сейчас много на дачах, многие отдыхают, как бы здесь это опять ребятня кто-то. Да ну нет, так 40 участников тоже хорошо, что вообще ребята присутствовали, там выполняли. Да здесь даже не то, что напряг, здесь вообще должна у ребят ответственность быть. Вдвоем, он да, он приехал. Да, у него лысина, в общем, опять красное лицо, все красное. Да. Молодчик. Это, Николай, если не трудно тебе, Захарову Петру, Денису Макарющенко и Сереге грамот каким-нибудь красивым выпиши за помощь. Да я могу даже диплом, но диплом звучать не то. Ну, какой-нибудь, знаешь, душевную какую-нибудь такую придумай парням. Петр, ты же знаешь, да, Петра Владимировича, он тоже со службы. Он приехал, он там и Денису помогал, и на видеофотосъемке, там посмотрим, что как получилось. Просто парням, я думаю, будет радостно, они женам, там, детям, подругам покажут, как бы, своим, что это. Что Петруха, что Серега, они со смены. У Дениса сегодня матушка приехала, он, видишь, как он на соревнованиях маму встречает, то есть так-то парняги, ну... По внутрянке, по внутреннему процессу формирования вот этого турнира, соревнования, у тебя что, какие-то нарекания там, какие-то дополнения, ну, что-то? Здесь все нормально, все как я давал, я на все что я отвечал, все как бы, ну, как сам ровно. У всех были протоколы, все это, все, приезжали. На фристайле там претензий не было ни у кого по фристайлу? Ну все хорошо, все сделали, все достойны. Все ребята, ну как там, эти все ребята, что-то типа, хотя там у нас кто там, Егор Мал второе место, а третье, конечно, занял. Дамир третье место занял. Дамир занял. Но он среди детей, да, получается, категория? Да, в той категории. 13 лет. Ну, в своем третье, второе, третье.
Я вроде сказали, Серега приехал, вроде говорит, Дамирчик третье место, если ничего. Молодец, молодец. Ну, кстати, хорошо, там улица. Молодчик, молодчик. Там. У нас презенты первые, это безоплатные занятия, ребятам, чаепития, всякие подарки такие, вот мы им делаем. Да, самое главное, чтобы не протупил ничего. Иван был с Никитой, да, там, с парнягой. А вот еще 4 человека, ребят, у них сегодня эти экзамены, представляешь? ОГГ какой-то, как оно там называется? ОГЭ там, да, вот выпускные у них экзамены вот эти вот. Да нет, у них утром, в 10 утра у них, представляешь, экзамены. То есть я вчера, да, вчера мы видели, вчера и позавчера виделись, я говорю, парень, давай таксом вам вызову. Они говорят, блин, Сергей Геннадьевич, как получается, мы, видать, там сидит тоже нервики, вот эта всякая движуха. На силовой, да, мало было? Ну сейчас, погоди, Николай, сейчас надо просто все грамотно. Я почему спрашиваю про внутрянку? Во-первых, надо, я вот еще раз просто говорю, всех этих судей, все надо, кто, ребята, участвует, так или иначе, надо всех собирать, со всеми обговаривать, общие тенденцию, общую манеру поведения должно быть. Отстаивать позиции какие. Мозг я вроде тренировал, но в конце, когда уже там мозг был какой-то, и даже они там подбежали, сами, может, научились, что ли. А что-то Серега говорит, ноутбука не было, да? Блин, а как же, прикинь, вот, если бы камеру ты хотел бы скидывать, а то, что я тебе говорил, камеру смотреть через нотик там вот. Камеры было, вот как раз эта камера были, это у парней, у Сереги, там, у Петрухи, у Дениса, вот это вот, вот эти. Да, и все получилось у них снять? Фильм будут что-то они монтировать? Не, ну мы же помогаем, чем можем. Потому что Денчик, если бы ему не надо было ни Денису, ни Захару уезжать, Петрухе, они бы остались делать. Просто и одному надо было матушку встречать, и Петру там надо было что-то на дачу к родителям. Ну опять, кто пользуется благосклонностью Федерации силовой атлетики?